Снежок как был, так и как будто его и не было. Растаял весь. Ну, здесь в центре, конечно, немножко по-другому. У нас он, может, еще там и лежит. А в центре уже нет. Зима. Деревья стоят голые. Немножко листьев. Правда. Есть на деревьях. Молодые люди сюда зашли. Сюда нельзя. Раньше я чаще гуляла здесь по центру города, по Руставели, по площади Свободы, даже туда внизу спускала, вниз спускалась. Но сейчас как-то не получается. Люди гуляют. Руставели, друзья. Ну, вы уже знаете. Видео смотрите. Сейчас много у нас здесь блогеров, которые показывают наши достопримечательности. Много приезжих тоже, я заметила, снимают. Кто следит, тот видит и знает, что здесь новенького. Ну, а сегодня у нас понедельник, 6 февраля. Неделя началась, я бы сейчас, экзамены еще продолжаются, учебы пока нету. Сказал, что завтра должен идти в университет, там будет по шахматам какой-то тур, посмотрим. Хочет поучаствовать, записался, так что на этой неделе должен пойти. Говорит, что выиграю, я говорю. Хорошо, если так говоришь, уверен в себе. Бог даст. Главное участие. Мое мнение, победа там уже будет, не будет,
как получится. Ну, людей, как видите, не очень много здесь. Приезжие вроде бы, как я вижу, будет больше, чем местные. Летом здесь хорошо, вот эти все кафешки открыты на улице. Сейчас и так свободненько. Если желание есть, можно покататься. А я тепло оделась. Уже когда иду, немножко жарковато. Движений. Надо почаще гулять. А то всегда на маршрутке, на маршрутке. Как-то человек привыкает, да? И потом уже лень ходить. Кафешки. Какие здесь фигурки? По всему проспекту. Театр оперы и балета. Мне можно здесь на транспорт подходящий сесть. Ну ладно, уже немножко прогуляюсь. Редко выхожу, повторюсь, поэтому лучше пройдусь. Вот опять. А здесь везде магазины, магазины. И кафе. Ну и собачки. Здесь их много. Кто-то кушает. Зима. Закрыто. Тоже хороший магазинчик, тоже скидки смотрю на фризы. Савашро галерея, торговый центр тоже, но я туда уже не пойду, думаю, что везде одно и то же. Пускай сам туда идет, ищет себе вещи.
гостиница или что. Молодые люди фотографируются на фоне. Приезжие, видно. Фуникулёр. Снег лежит. Это понятно, там высоко. Вышка. Видна тоже. Я подошла к остановке. И почти уже рядом. Метро Руставель. Сейчас посмотрю здесь, если транспорт подойдет, то поеду. Если нет, то тогда уже метро. Решила поехать на маршрутке, через 5 минут придет. Пока я дойду, эти 5 минут и пройдет, да? Такая, друзья, маленькая прогулка вам. Всем спасибо, кто смотрит видео. Ставьте лайки, если вам не трудно. Всем пока. Не было, друзья, места в маршрутке. Проехала мимо, так что я направляюсь к метро. Памятник Руставель, Макдональдс. Еще немножко. Покажу вам. Вот так. Часто бывает в маршрутке. Идешь. А мы сенеч. Ну, хоть не так долго я ждала. 5 минут там до табло было, но она быстрее приехала. И проехала мимо. Все, захожу в метро.